Вишневый. Добрый день, дорогие друзья, приветствуем вас. Город Куртанапа, поселок Витязево. Находимся мы сегодня на улице Интернациональной, 41. Черешенька поспевает. Красивейший домик сзади меня. И здесь можно остановиться в экономии. Экономный такой за 230 рублей с человека. И вас будут возить на пляж 3 раза в день. Есть бассейн, есть кухня. В общем, отдыхай, не хочу. Давайте посмотрим номера и территорию данного гостевого дома. Перед двором мы можем увидеть, что есть большущая парковка для ваших машинок. Запаркуйтесь без проблем. И заходим на территорию. Домик из себя представляет 3 этажа с цоколем. Вот такой шикарной лестницей. Обратите внимание, какие шикарные розы, друзья. Причем они такие все ростовые выглядят. Это очень красиво и смотрится. Здесь центральный вход, но мы сюда вернемся потом. Сначала посмотрим. Имеется мангальная зона. То есть можно пожарить барбекю, шашлычок, бассейн. То есть такая территория довольно-таки большая. Бассейнчик у нас, видите, фильтруется. Все хорошо. Набор лежачков. То если вдруг вам не захочется путешествовать на море и вы решите остаться здесь. Есть детская площадка для развлечения ваших детей. И вот здесь находятся 2 душа и 2 туалета. В цокольном этаже у нас расположены 2 самых бюджетных номера. Сейчас их можно снять на 3 за 700 рублей за номер. Пользоваться вот этими санузлами. Ну а теперь давайте поподробнее по всем номерам пробежимся. Заходим в дом. И первое, что хочется вам показать, это, конечно же, кухня и цокольный этаж, где находятся как раз таки эти самые бюджетные номера. Вот что-то здесь есть вроде массажного кресла, также есть места, где погладить. Ну и давайте посмотрим один из номеров. Трехместное размещение, кроватки, шкафчик, телевизор, вентилятор. Через зону отдыха у нас выход на улицу и к тем санузлам. То есть 700 рублей. Можете приезжать, отдыхать, пользоваться бассейном и всем. То есть выход у нас осуществляется вот сюда. И все. И мы вышли на улицу. Здесь у нас зона для того, чтобы можно было прийти, покушать. В зону отдыха мы попадаем на кухню. Кто-то варенье словил. Клубничное. Здесь микроволновка, газовая плита, раковина, стиральная машина. Есть возможность там воспользоваться духовым шкафом. И весь набор нужной вам посуды на кухне есть. В гостинице также имеется Wi-Fi. То есть без интернета вы не останетесь. Хотя здесь у меня все фотооператоры ловят очень хорошо. Поднимаемся на 2 этаж. Здесь такая вот зона отдыха. Столик есть и выход на балкон. На балкончике у нас стоят стульчики, есть чайничек, заварить себе чаечку. И вот с таким шикарным видом на черешню поспевающую, вишня очень вкусно, посидеть и попить, так сказать, посмотреть можно закаты наши витязевские. Это номер. Здесь у нас есть полностью все свое наполнение. Вот такие вот симпатичные кроватки, тумбочка, раскладывающееся кресло. А это не тумбочка, это холодильник. Я таких холодильников, честно, не видел. Есть телевизор и вот такой вот кондиционер. Зато самый надежный. Ну и шкафчик при входе у нас включает. Санузлы у нас выглядят вот так. Общий пол, трапик. Здесь у нас раковина. Помыться, то есть все, в принципе, есть, что надо для проживания. Стоимость такого номера сейчас на 4 человек будет 2000 рублей, то есть по 500 с человека. Рядышком есть еще один номер, давайте его посмотрим. Он рассчитан на 4 и дополнительное место раскладывается, то есть на 5. То есть 2500 будет стоить такой номер сейчас для проживания. Кондиционер, полностью все наполнение, очень симпатичная мебель, смотрится хорошо, шкафчик и, в принципе, санузел у нас представляет собой вот такую вот картинку. Также под телевизором здесь есть холодильник. Мы на 3 этаже, здесь тоже стоит чайник, сейчас его понесли набрать и сушилочки. Также, значит, карнищий вид, вышли дышать, красота. Здесь вот этот номер, у него своих удобств тут нету, но есть рядышком, я вам сейчас покажу. Он на 5 человек рассчитан, да, то есть вы можете сюда приехать в 5, заплатить сейчас 2000 рублей, то есть это
получается по 400 с человека, и отдыхать. Плюс, если вам надо, ну, 6-го ребенка сюда положить. То есть, ну, кому надо, там кроватку предоставляют. То есть, шкафчики, кондиционер здесь есть. Возвращается сюда на место плазменный телевизор, когда сдается этот номер. Сейчас его немножко перенесли. И теперь, как попасть в туалет. То есть, выходите через коридор и вот сюда. Ну, пожалуйста, нам санузел. Продуктовый магазин находится в 2,5 кварталах отсюда. За углом там большая продовольственная база. Рядышком есть Сытый Грек кафе. Также можно заказать сюда доставку, если вдруг вам не захочется самим готовить. А на пляж возят Деконечная 128, пляж Венера Ресорт. Можно назвать их дикими пляжами Витязева. Довольно-таки интересное место. С анапских вокзалов вас встречают бесплатно. Друзья вас приводят на пляж. Рядышком у нас Дикие. Здесь Венера Ресорт. Ну, либо вот туда вот на Каруда Фэмили. По пути вы можете выйти на Паралии, можете выйти на Лок Витязи, и на обратном пути вас заберут. Мы сейчас с вами посмотрим, как выглядит здесь море, ну и примерно пляж. Это одни из лучших пляжей Черноморского побережья, именно с песком. Здесь местечко очень шикарное, до пляжа у нас уложены досточки. Приехать сюда, допустим, можете сами на 128-й маршрутке из Анапы или откуда угодно пройтись вот чуть-чуть в сторону пляжа и вместе пойти потом купаться. Сейчас у нас цветет лох серебристый. Здесь просто неповторимый цветочный аромат. Восхитительно, вкусно, сладко. Советую в это время бывать на пляже. Здесь даже на машинах могут нельзя ездить. И вот это все, вся зона ваша. Вы услышите, как щебечут птички. Сейчас начинает шпарить солнышко. Спит. Единственное, что на сегодня может быть дождик. Обещаю, там небольшое 30%, и вот такие темные тучи впереди. Но от этого контрастность картинки только круче становится. Мы дошли до конца дюн. Тут расстояние совсем маленькое. И перед нами открывается вид на пляж Венера Ресорт. Туда дальше есть парковка. Люди приезжают на машинках своих. Ну и тут нам чуть-чуть придется пройти по песку, потому что это зона, так сказать, работы транспорта. Поэтому доски не ставят до конца. Потому что надо и подвоз осуществлять, и вывозить товары разные. Поэтому не расстраивайтесь. Не думайте, что им досок не хватило. На пляже есть волейбольная сетка. Есть там домики, можно вот такие вот как бунгальки взять. Есть сцена здесь. Нет-нет, проходят пенные вечеринки. Я смотрю, бильярдные столы поставили. Приходить причем сюда может абсолютно любой желающий. Можете прийти взять в аренду лежачок, о чем я сейчас тоже узнаю. Это прям шок цена в Анапе. 200 рублей лежаки, пляж Венера Ресорт. А вот такая вот бунгалка сколько стоит? 1000, да? А вот скамеечки вот эти вот, качельки? Бесплатно. Качельки бесплатно, шикарно. И туалет где-то тоже есть, да? Бесплатно. Бесплатный туалет есть, ребята. Вообще шикарно. О чем говорить? Вот он, пожалуйста, обзор на пляж Венера Ресорт. Я уже хочу здесь поотдыхать. И первые отдыхающие есть. И вот вам, пожалуйста, ну просто наикристальнейшая водичка. Чистейшая. Фантастика. Вода мечта. Просто купайся, не хочу. Температура воздуха возле моря сейчас на 8 утра 24 градуса. Температура водички, у нас градусник показывает, 26. То есть море потеплело, все, как я и говорил. То есть если мы приходили, было 18, то сейчас почти 21. То есть если сегодня солнце выглянет, тучи эти страшные уйдут, то тогда будет вообще все великолепно. Сейчас полетим, а потом в море искупаемся с вами.
радует солнышко, это прям, ну, очень хорошо. И смотрите, какая водичка. Это я вам показывал, заходил еще до Миляки, а вот мы вышли на мель. То есть, ну, что может быть круче, что может быть прекраснее вот такого моря у нас в Анапе. Ну, вот встречаются водоросли. Проблема, не думаю, как говорится, отнюдь. И сейчас я вас окуну в эту сумасшедшую воду. Сегодня вот всего лишь 2 градуса там разница, да, было 18,5. Сегодня 20 и выше пошла температура. И это очень-очень сильно отличается по... Ух ты! Рачки даже лазят по ощущению. Потому что всего лишь 2 градуса, но они пошли в плюс и пошли. Передаем огромнейший привет во все ваши города. Посмотрите, какая у нас красота, какое море. Посмотри, какие дни. Вау! Случайно заплыл на глубину. Не убавить, не прибавить. Водичка просто пушка. Всем желаю возможности купаться в таком море. Приезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь. Верьте своим глазам, как говорится. А у страха глаза велики. То есть можно напугаться, там расстроиться, что все будет плохо. Но я уже прям вот сколько дней подряд прихожу на море. Нахожу всегда чисто. Купаемся с вами, видим красоту, чистоту. Да, чтобы водичку найти чистую, придется прогуляться. Ну, вот я сегодня 30 метров прошел влево, хороший заход, все шикарно, море вы видели. Надеюсь, что отдых вам повезет. Ну и вот такой вариант с трансфером, то есть вас 3 раза в день будут возить на море. То есть, как люди рассказывали, с 9 до 12 или часу забирают одних, уезжают другие. Ну и до вечера, потом третья пересменка. То есть вот такой вот вариант отдыха. Номера телефонов напрямую. Звоните, пишите. И да пребудет с вами самый лучший отдых в мире. Искренне от души. С вами был Юрий Азаровский. Всем пока-пока.